Всем привет, с вами Киря, и сегодня мы с вами поговорим о пользе плавания. Плавание – прекрасный и очень полезный для здоровья вид физической активности. Какое влияние оказывает плавание на организм и в чем же заключается польза плавания для организма человека? Вот на эти вопросы мы сегодня узнаем ответы. Плавание влияет на такие системы человека, как дыхание, сердце, суставы, нервы и иммунитет. Сейчас мы разберем влияние плавания на каждую систему отдельно. О пользе для дыхания. Во время плавания мы очень активно тренируем дыхание. Наша грудная клетка увеличивает подвижность, усиливается вентиляция легких. Они в большей степени снабжаются кровью. И самое важное явление, во время плавания в дыхании участвуют самые отдаленные участки легких. А это исключает застойные явления в них. Мы становимся менее склонны к заболеваниям легких. О пользе для сердца. Занятие плаванием благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему в целом. Когда тело находится горизонтально, когда движения тела цикличны, вода оказывает небольшое давление на подкожное русло. Дыхание глубокое, диафрагмальное. Тело находится во взвешенном состоянии. Все это способствует притоку крови к сердцу и в целом облегчает его работу. При регулярных тренировках снижается систолическое давление, верхняя цифра при измерении давления. У сосудов повышается их эластичность. В результате, по наблюдениям медиков, пульс снижается до 60 и менее ударов в минуту, хотя при этом сердечная мышца работает мощно и экономно. Плавание положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, способствует активизации общего обмена веществ. О пользе для суставов. На воде тело человека находится в состоянии гидростатической невесомости. Это сильно разгружает весь опорно-двигательный аппарат от давления на него веса тела. В результате люди, страдающие нарушением осанки, снижением двигательной активности, могут улучшить свое здоровье, усилить двигательную активность, нормализовать осанку. Показатель суммарной подвижности в суставах пловцов гораздо выше, чем у других спортсменов. Занятие плаванием приводит к гармоничному развитию мускулатуры, так как во время движения в воде задействованы почти все мышцы тела. Занятие плаванием – фактически самый безопасный вид спорта в плане травмирования опорно-двигательного аппарата. Можно сказать, что плавание – это один из самых доступных средств физической культуры для людей самого различного возраста и степени физического подготовления. О пользе для нервов. Регулярные занятия плаванием – это очень мощный фактор, воздействующий на высшую нервную деятельность человека. Пониженная температура воды уравновешивает процессы возбуждения и торможения в центральной нервной системе, улучшает кровоснабжение мозга. Вода мягко обтекает тело человека, массируя нервные окончания, находящиеся на коже. В результате человек успокаивается, снимает напряжение и утомление. Все мы часто замечали, что после плавания мы склонны ко сну. При занятиях плаванием человек легче засыпает, сон более крепок, повышается внимание и улучшается память. О пользе для иммунитета. Плавание – это самое эффективное средство закаливания. Кроме того, те изменения, которые происходят в крови, повышают защитные свойства ее иммунной системы. Это увеличивает сопротивляемость организма ко многим инфекционным и простудным заболеваниям. Ну и на этом я заканчиваю свое видео. Всем спасибо за просмотр. Я вам желаю здоровья. Призываю к занятиям плавания, потому что это очень полезно, и сейчас мы это подробно разобрали. И если это видео помогло вам или показалось интересным и познавательным, то почему бы не поставить лайк и не подписаться на мой канал. Всем пока, до новых встреч.